Вот это вот, как сказать, это не просто фотография, где мы там это хвастались приростом, вот такими 2 и больше метров. Вот. Я хочу сказать, что в отдельном фильме вы узнаете, что первый кандидат на чрезвычайного комиссара, что такое чрезвычайный комиссар? В карманах деньги, государственные деньги, возможность управлять этим процессом, наблюдать, нанимать помощников, наблюдать, считать, прикидывать, вот, распространять новую технологию всеми возможными способами. Вот что такое чрезвычайный комиссар. Потому что я уже 5-й год вам об этом учу. А сколько нас, ну-ка, посмотрите, сколько там сейчас присутствует. А через месяц будет 300 человек. Это все. А, и бывает исключение из правил. Сейчас, секунду. Я вот это, ой, не туда залез. Сейчас, минутку, минутку, минутку. А, вот сюда. Смотрите. Вот это вот, я был шокирован. Салда – это город. И кто-то умудрился, это мне рассказали, кто-то умудрился 2000, сейчас, 2990 фильмов моих, то есть весь канал полностью был переписан. А и куда он попал? Он попал на канал администрации города. Я долго думал, откуда я знаю, кто это вставил. Наверное, кто-то из моих фанатов. Мол, пользуйтесь, не жалко. Представляете, вы на всех городах, а? Районные центры, везде. Ой-ой-ой, что бы было. А пока наш вот этот узкий круг. Но все равно приятно, что нашелся человек, который все это разместил. 2990. Это значит, что после сегодняшнего вебинара еще нескольких фильмов будет 3000. Юбилей, поздравьте меня. Теперь идем дальше. Так, мы были вот здесь. Итак, существует технология, которую я рассказываю, но у нас очень узкий круг. Значит, надежда на чрезвычайных комиссаров. Но это громкое слово. Может быть, каждый университет выделит по такому человеку? Посмотрим. А то получается как? Выделилась сама, и действительно, этот человек незаурядный. Но в рамках существующей, будучи аспирантом и занимаясь подготовкой диссертации, вот, и даже занимаясь абрикосами, ну, это дальше университет это не пойдет, согласитесь. Вот. Поэтому я написал. Причем это было, надо было писать не Савинич, а любой человек, который вот такую роль поручит, это такие люди наверняка есть. Обречена на успех, если будет создана новая программа. Но не селекции, а изучение уже достигнутого садоводами-любителями. И внедрение с помощью докладов публикаций. Уже эта ниша пустая. Единственное, Ваулин вырастил мои сеянцы, саженцы, получил уникальный этот, урожай, уникальные результаты именно по абрикосам, по маньчжурцам. Вот, с улучшенными качествами, моей технологии по принципу ничего не делай, не лезь куда не просят, это мой принцип. Он тоже это использовал, и в результате он единственный с науки добился. Но, и все равно капля в море. И получается, эта ниша пуста. А вот таких людей, которые был, сейчас я покажу, они же, ладно. Вот представляете, мои ученики, я не стал далеко копать, у меня их сотни таких фотографий. Вот ученик мой, вот ученица моя. Вот. А вот Александр Савинич, почему особая роль? Потому что я, вы понимаете, ну, это же ненормально, когда человек, ну ладно, там месяц-два практика, Красноярск близко, 500 километров, вот и все, и прошла практику, я фермер, печать, вот. Практика пройдена, все, поверили, что это настоящая практика. Вот. И все на этом. Нет. 7 лет, это самое, выходной, вперед, вперед, зимой, летом. Это все целый фильм был. Значит, у нас такие, сейчас я вот это вот так промелькну, потому что время жалко, промелькну. Видите, молодежь. И я вот эту фотографию, я уговорил ее сделать. Она боялась, что мы смеяться будем. А я говорю, нет. Это принципиальная фотография. Все эти годы, ну, была там где-то это самое, потом покажу, там она с тяпкой, но это
такой мизерный труд по сравнению с тем, что нам предлагается. Часы до осени перекапывать землю, часы до осени опрыскивать, вот. И прочее, прочее. Так, кажется, если это молния, неужели тот самый дождь, что я 3 месяца жду? Тогда еще неизвестно, можем ли мы продолжать. Сейчас тогда. Да, приближается грозовой фронт. Если мне уже один раз сгорел компьютер, молния рядом ударила. Если еще пару раз громыхнет, мы остановим трансляцию и, возможно, уже на сегодня полностью. Итак, что такое каторжный труд? Это то, что предлагается делать дачникам. Из-за этого миллионы дачников бросили свои эти участки, потому что они считают, что без этого вырастет черт это. Вот. А представь себе ровненький, чистенький участок, все скошено, трава осталась на месте, все равно ровненько, чистенько, и больше ничего делать не надо практически. Я протросший сад. И вот получается так. Я говорю, Елена Александровна, выручай. Вот. Приляжь, я тебя сфотографирую. Это должен быть символ будущего садоводства, которое будет праздником. Ну, первый год чуть-чуть поработать, это так мало, что ну, мы с Сергеем сад посадили за один день. Сколько там было? 60 или 70 деревьев? Да, за один день. Вот. А, еще поспела Елена Александровна. Сейчас я покажу кое-что. Вот это помощник ее брат Иван, толковый молодой парень. Вот. Просто показываю, чем мы занимались. Вот это вот свойство косточек. Дело в том, что все-таки это наука, я потом еще кое-что покажу. Много показал в отдельном фильме. Вот они косточки. Посмотрите на дату. 15 августа. Это очень-очень поздно. По нашим меркам абрикос рано. Но я вам показывал те, которые 15, нет, 25-30 июня. Не июля, а июня созрели. Я вам уже показывал фотографии. Вот. А дальше сейчас быстро-быстро все созреет. Стоит жара. А вот эти поздние. И, ну, когда я просто, ребята, учеба есть учеба. Когда вот эту косточку выковырять, вырастить, никакой гарантии, что будет позднее. И никаких обид. Гибриды, все гибриды. Кто рядом, тот и опылил. Вот вам еще пример. 4 августа. Вот. Ну, дальше, естественно, пришлось немножко поработать. И это немножко вылилось в десятки наших общих саженцев, в том числе и абрикосов. Сколько? Может, 50-70, не знаю, не считал. Завтра мы, если все будет нормально, она приехала, мы завтра будем ходить по саду, и я буду показывать каждое ее и с плодами, ребята. Вот. Ну, что она из себя представляет, достаточно вот этих фотографий. Это настоящий ученый. Вот. Ну, это понятно. Красавица, спортсменка. И она еще студенткой, по-моему, была. Вот. Работа не чурается. Сами видите. За персиками ухаживает. Интересно, когда мы с ней, я почему говорю, это я рекламирую будущих чрезвычайных комиссаров. Может быть, название будет поскромнее, но без таких мы не обойдемся. Наука должна использовать все, что мы. Это как 100 к 1. Вот они будут выращивать, выращивать, 30 лет растили, и браурный этот. Через 30 лет получили новый сорт сливы, назвали, посмотрел на эту фотографию, ну, господи, да приедьте к нам, мы таких найдем точно такие же, еще и лучше. А потом с грушей была та же самая история. Вот. А у нас все не так. Мы как бы добились результатов рекордных, теперь надо уже их распространить, их внедрить, и технологию, и сами материалы эти. Ну, пока ничего не получается. Вот. Полное разделение, две параллельные. А здесь смотрите, в чем смысл фотографии. Видите, вот они манжурцы, вот мелкие листья. А что на переднем плане? А вот на таком же манжурце, он был годом старше, я сделал 3 прививки. Вот 3 ветки, это культурные, остальные аквакультурные листа к ветке. Сравнивайте. Есть прививок 3, остальные все дикие. А какие они дикие? А этого опять не может быть никогда. А я говорю, ну, Садна, приезжай, следи, 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 все вот эти. Ну, и все равно одна ни черта не успеет. Каждый день сидит у меня
Это самое, что-то ходит, меряет, таблицы, таблицы, таблицы. Ну, Господи, лучше бы мы поехали еще плану Чернобаеву съездить, а кое-что новенькое увидит. То, что это самое, сеется не хуже культурное, сеется не хуже культурных привитых абрикосов. Надо, надо. А заброшенный сад все равно бы надо попасть так Боднару. Надо. А мы сколько не были уже у пианиста. А он спрашивает, когда Елена приедет. Очаровывать мужиков 85-летних тоже надо уметь. Созрели первые плоды из общей работы с Еленой. Вот это будет отдельный фильм завтра. Надеюсь, завтра. А вот они. Значит, 2000, примерно 15-16 год, она как раз под руку попалась. Я говорю, ну, пожалуйста, бери тяпку. Вот. Это самое. Раз поехала не в Субботино, не в Абакан и не в Минусинск, а приехала ко мне. Давай, давай, работай. И мы это расчистили участок, посадили косточки. Это сиходолинские абрикосы. Вот. Интересно то, сейчас покажу. Там это в кино. Кино. Вот. Интересно то, что они за эти несколько лет достигли высоты невиданной. Ну и вот этот уже, в частности, третий год плодоносит. Сеять самое, третий год. Вот. И были бы достаточно приличные, но засуха, а я их не поливал ни разу и не буду. Это мой принцип. Выживут, выживут, выжили. Вот. А это вот такие плоды с него собирает Сенька, один из моих внуков. Вот. 100 рублей зарабатывает. Теперь он уже говорит, а когда я выковырю косточки, сколько я заработаю? Я говорю, еще 100. А потом еще надо высушить, ну и так далее.